Прожиточный минимум пенсионера, компенсации расходов на капремонт. Проекты законов сегодня обсудили на заседании Комитета Государственного совета Чувашии по социальной политике и национальным вопросам. В Чувашии цены на продукты одни из самых низких в Приволжском федеральном округе. Поэтому величина прожиточного минимума пенсионера по расчетам Министерства труда составит 7953 рубля. Данная величина рассчитана на основании потребительской корзины, установленной законом Чувашской Республики от 6 марта 2013 года о потребительской корзине Чувашской Республики. Также учитывается индекс потребительских цен на 2018 год и используется при установлении социальной доплаты пенсии, предусмотренной федеральным законом о государственной социальной помощи. Другой законопроект, рассмотренный депутатами, предполагает расширить круг лиц, кому компенсируют расходы на капремонт. 50% возместят собственникам квартир, достигшим 70 лет. 100% компенсация полагается 80-летним собственникам, чьи семьи состоят из неработающих граждан пенсионного возраста либо неработающих инвалидов первых-вторых групп. Рекомендовать его для принятия в двух чтениях. Голосуем за. Кто против, воздержался, таковых нет, решение принято. Парламентарии обсудили и ряд других законопроектов, связанных с изменениями в федеральном законодательстве. Также на повестку дня вынесли вопрос о досрочном освобождении от должности заместителя председателя Комитета по социальной политике и национальным вопросам депутата Григория Данилова, осуществляющего деятельность на постоянной профессиональной основе. Все принятые решения рассмотрят завтра на очередной сессии Государственного совета Чувашской Республики.